шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета прошла встреча министра по делам молодежи Дамира Фатахова с молодежью по проблемам современных медиа. У меня нет никаких сомнений, что медиа в целом, и не настолько важно, молодежные или не молодежные, нужны медиа, которые актуальны, востребованы и отвечают на запрос, в данном случае, молодых людей, где они могут найти ответы на свои вопросы, где они могут найти разную точку зрения, где они могут вместе с профессиональным журналистом порассуждать на ту или иную тему и сформировать свою собственную позицию. Участниками встречи были как студенты и представители молодежных СМИ, так и приглашенные блогеры. На самом деле отклика никакого не жду, потому что отклик для меня, он больше в моем блоге, а здесь будет, скорее всего, не отклик, а такой формат диалога. Будут, я думаю, такие полярные мнения на тему медиа. Надеюсь, мы не будем спорить, а придем к какому-то интересному умозаключению и сделаем выводы. И это принесет некий результат. То есть это не будет просто вода, мы поболтали и разошлись, а все-таки будет эффективно. Были подняты проблемы распространения информации современными путями, обсуждены форумы, актуальные блоги и социальные сети, их контент и влияние на аудиторию. Валерия Муратова, Александр Юдин, Универньюз.